конечно, не задержится на задней линии. Ну еще одна первая подача и берет. Первый гейм. Вот и первый. Ну, несколько раз подряд сыграл. Ну, здорово, сейчас разыграл. Ну, сейчас хорошая партия. Ну и отыгрывает второй брейкпоинт. Ну. Ну, мне кажется, сейчас уже 15. Ну, мне кажется... Любит. Но бился до последнего, Раф. Попадает, да, попадает. Ну и двойная ошибка Карена, и в результате... Еще один. Слышал. На. Ну, значительно активнее, агрессивнее. Попадает в линию или что? Судья на линии сначала показал аут, но аут все-таки действительно был аут. Это значит, что Рафаэль надо... Ну, дважды пытался свечкой обидеть. Ну и более 40 минут продолжается.
Ну и хорошо передвигается, раз. Ну и по ноль берет раз. Это эйс и... Ну, сейчас играл, да? Ну, четко сыграно и... Ну, такое впечатление, что ждала вот это сейчас. Ну, падает. Берет гейм Карен. Ну, немножко повезло. Сейчас Рафи. Очень спокойно. Делал все, что мог. Ну и берет. Ну, еще один классный удар на... Рафаэль Надаль оформляет выход в финал со счетом 6-1 и 6-3. Ну и завтра в финальном матче здесь в Абу-Даби Рафаэль Надаль.